Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников Бартоломео Эстебан Мурильо. Картина «Мадонна с четками». Она была написана в 1650 году, куплена великим герцогом Фердинанда III Лотарингским. Типично для творчества Мурильо. Молодая женщина с ребенком на руках возникает светящимся силуэтом из темного фона холста. У нее спокойное лицо, взгляд устремленный вдаль, и младенец непринужденно играет с четками. Мадонна одета в золотисто-розовое платье, а ноги укрыты сине-зеленым плащом. Вот такое цветовое сочетание в одежде Мадонн было любимым у художника, и он с вариациями повторял его из картины в картину. Необычайная прозрачность красок в произведениях мастера, достигаемая огромным количеством лессировок, создает эффект, близкий к технике пастели, и придает фигурам ощущение погруженности в дымку. Вот такое описание картины я нашел в интернете. Картина называется «Мадонна с четками», автор Бартоломео Эстебан Мурильо. Ну вот, собственно говоря, и все. Посмотрели на картину, что-то я рассказал о ней. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.